Мы все помним Александра Сергеевича Пушкина. Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой, он также бегал в валенках по горке ледяной. Ленин был маленьким, Зюганов был маленьким, а Керсер был большим всегда. Ну, так ему хотелось. Только у Христа и у Керсера отсутствуют дошкольные фотографии. В Ясной Поляне до сих пор существует сток, где отдыхал Лев Николаевич Толстой. Сено до сих пор примято. В Гаване вам покажут квартал, где живут дети Хемингуэя от второго брака. Найден русский оригинал, свидетельство о рождении Барака Обамы. А о Керцере только упоминание в блокноте агитатора. И то он там под фамилией Дымшиц. И вдруг Керцер становится почти русским словом. Его произносят шепотом, с придыханием и только в процессе интимных актов. Некоторые даже Гарри Лазаревич. Ну, наверное, потому что по музыке очень напоминает Лаврентий Павлович. А все почему? Да потому что Гарик, как и Христос, начал со скандалов. Генетическая составляющая Гарика дала ему путевку в жизнь, но не указала, в какой санаторий. И поэтому Гарри Лазаревич решил, что он режиссер. Ну, а кто бы с его внешностью решил бы иначе? Ну, вы представляете Гарика с серпом у входа на ВДНХ? А с молотом? С такой внешностью обычно позируют для врагов социализма. Или избирают в Кнессет. Ну, Церетели, наверное, нашел бы что-нибудь на побережье Сомалии. Что-нибудь под названием, скажем, апофеоз миазма. Или Шустерман а-ля Карт. Но тут Гарри начал удивлять сначала соседей, а потом и власти. Он начал проповедовать. Сначала как Франциск Ассизский, птицам возле ломбарда. Потом в кулуарах, пустых. Потом уже в фойе, но снаружи. Но однажды некошерная свинина, вода из гидранта, и в результате полная очистка организма каждые 11 минут в течение 2 недель. Ну, город, конечно, подумал, что учения идут. И тут Гарри Лазаревичу было видение. Оно шмякнулось ему на колени, смачно отрыгнуло кислым пивом и вышло в окно, громко хлопнув дверью. Так Гарик нашел свою нишу. Он почему-то считает, что это ниша в искусстве. Ну, говорите тоже. Но это не интересно. Интересно, это Гарри Лазаревич и женщины. Вспоминает работница молочно-товарной фермы. Извините. Что? А, да, мне тут подсказывает. Синт, да. Отец-основатель Синта. Отец-основатель. А мать? Мать кто, я спрашиваю? Весь наш многострадальный народ. Этот процесс Гарри Лазаревич называет театр. Возможно. Хотя последние 6000 лет это называлось иначе. Синт помнят только потому, что его закрыли. Высочайший творческий эгоизм Гарика в совокупности с политической миопией и полным отсутствием социальных навыков – главная причина тому. Другими словами, если бы Гарик поставил гибель эскадры Корнейчука или, скажем, 100 писем другу Кагановичу, мы бы сегодня отмечали бы бенефис Варшавяка. И не в этом местечковом зале, а на хуторе у Гарри Лазаревича. Но инженер Керцер любит театр. Сальватор Дали увлекался онанизмом. Боря Шустерман любит брать в долг. Поэтому Гарри Лазаревич взял черную шкатулку, поставил ее в баню, и оттуда вылетел жаворонок. Немногие знают,
что на сцене в бане Гарик держит над головой не том Маяковского, а Талмуд, но в алом переплете. И так всю жизнь. Говорит одно, а что подразумевается, пусть зрители догадываются. Синт, одним словом. И как говорил герой Шолом Алейхема, да, главное забыл. Здравствуйте.